Приветствую всех и приглашаю всех в свой сад. Решила попробовать сделать декоративное окно новогоднее. В общем, вот так оно у нас получилось. Делается оно из веток и украшается по желанию. Также ветками с красными ягодами. Ну, то есть все, что относится к новогоднему стилю. Можно добавить новогодние игрушки, птичек, хвойные ветви. Итак, декоративное новогоднее окно для сада.
Вот такой новогодний садовый декор у меня получился. А всем хорошего настроения. Пока-пока и до новых встреч.